rising in the east. Tell us what is time. Song is all that's right. Beauty and the beast. Tell us what is time. Song is all that's right. Диана Шарапова, Георгий Юфа. После таких музыкальных номеров хочется сказать, что существует, наверное, два стиля в музыке. Нравится или не нравится. Это красиво. Наставник делает практически запрещенный ход, ставя настолько равнозначных и красивых исполнителей вместе. Это огромное удовольствие и честь слушать такой дуэт для нас, для зрителей, и огромная нагрузка и ответственность для наставника. Диана, ты работала практически на ультразвуке уже. Это была четвертая октава. Как самка кашалота. Это моя мечта. Итак, Александр Борисович, когда вы, как мальчишка, вспорхнули на ручку кресла, мы перепугались. Александр Борисович, почему вы это сделали? Вы это делаете крайне редко, прошу. Ну, что тут говорить. Ленька молодец. Ленька молодец. Рискнул поставить двух таких сумасшедших певцов вместе. Ну, вот, кроме того, что истинное музыкальное удовольствие получено мной сейчас, причем, так, знаете, в хорошем смысле я ему позавидовал, что у него была возможность взять это произведение. Для него были такие исполнители, и он это создал. Это один из лучших дуэтов за три сезона, может быть, в пятерке, в шестерке, в десятке, мне сложно сказать, но я вас поздравляю, ребята. И значит ли это, что вы позавидовали себе, что не вам принимать решение сейчас? Да так? Нет, я бы принял решение, но сейчас посмотрим, какой Леонид Николаевич примет решение. Спасибо. Дима Билан, увидев сверху Александра Борисовича, от страха вспорхнул тоже. Да? Я поддержал Александра Борисовича с большим удовольствием. Он гораздо легче и моложе. Вспорхнуть совсем просто. Прошу, Дима. Спасибо большое. Пожалуйста. Говори уже. Говорю. Ну, мне доводилось, конечно, бывать на различных церемониях музыкальных мирового масштаба. И хочу сказать, что это действительно правда. Один из ярчайших номеров. Если разбирать по частям, а не хочется разбирать, понимаете? И не хочется говорить какие-то отдельные вещи, да, Георгию, Диане. Просто это было здорово, и... Огромное спасибо, конечно, тоже, естественно, Леониду. Спасибо. Спасибо. Пелагея. Знаете, вот, ну, Георгий с вашей вот этой такой невероятной интеллигенцией в голосе, во взгляде, это что-то вообще восхитительное. А вы, Диана, вы знаете, у нас за, опять же, вот эти три сезона были девушки с невероятными возможностями, да, вокальными, но при этом так, опять же, тонко и не нарочито, пожалуй, вы делаете это впервые вот за наш проект. На мой взгляд, субъективный, конечно, совершенно, поэтому это было прекрасно, это был настоящий мультик, сказка вообще, любовь, спасибо. Как тебе пришло это в голову твою? Вообще. Она сопротивлялась. Поля, давай каждый будет заниматься своим делом. Леонид, как вам пришло в голову это?
Ну что, уже можно что-нибудь сказать? Наставник команды Леонид Агутин. Да. Как приятно быть наставником вашего дуэта, ребята. Особенно уже в результате всего. Не сразу была эта мысль. И очень был рад, потому что действительно рискнул. Что сразу это было непонятно, что будет. А теперь такое ощущение, что по-другому вообще никак не могло сложиться. Даже представить себе другого распределения невозможно. Это вот такой дуэт и все. Мне главное очень жаль, что это вот один раз. Спасибо. Итак, решение наставника дуэта Леонида Агутина. Мне одинаково вы дороги, одинаково. И дело не в том, кого я считаю лучше или хуже. И дело даже не в том, кого я считаю полезнее и нужнее для каких-то моих идей дальнейших. Не в этом тоже. Дело только в том, что, на мой взгляд, вот такое правильнее, то, что я лучше умею и понимаю, то, к чему я сам склонен. Это как бы мой крест. Мне кажется, что вот такая музыкантская история, наша музыкальная дружба с Гошей должна продолжиться. И поэтому у меня остается Георгий. Всю интригу решили завалить, да? Ты понимаешь, что тебе даже говорить нечего, а? Просто единственное, что тебе надо сделать, ты опять-таки единственная на проекте, кому придется снова выбирать себе наставника, несмотря на такое декольте. Дмитрий, я выбирать буду впервые, потому что на слепых прослушиваниях мне, слава богу, не нужно было этого делать. Я впервые буду выбирать. Ну, понятно, да. Они не видели всего, что видели мы. Не буду долго томить. Я, если только позволите, хочу сказать два спасибо. Первое спасибо моему любимому единственному супругу, благодаря которому я здесь. Он просто пинка мне под зад дал. Я вот прилетела на этом пинке. А он сейчас в зале? Он где-то там болеет. И хочу спасибо огромное сказать наставнику. Леонид, спасибо вам огромное за эту песню, за то, как вы к нам относились и относитесь. Я горжусь, что в моей телефонной книжке есть имя Леонид Агутин. Я горжусь. А как сейчас муж рад этому, правда? Александр Борисович. Прошу. Ну ты супер, ты просто молодец. Не ожидал. Спасибо вам, просто я пилотника. Ладно. Спасибо вам. Спасибо большое. Ладно. Класс. Конечно, класс. Ну, пожалуйста.